Всем привет! В сегодняшнем видео вы научитесь рисовать роскошный наряд для принцесс. При подготовке видео использовалась продукция Artbury, производство компании Эрих Краузе. В наборе 12 неоновых акварельных красок в удобной пластиковой упаковке. Краски с ультрафиолетовой защитой яркости имеют яркие, насыщенные цвета. Начнем рисовать. Фигурку девушки сначала нарисуем схематично. Рисование начинаем с головы. Рисуем лицо в 3/4. Рисуем шею и плечи. Определитесь с масштабом. Наточите хорошо карандаш, потому что голова маленькая, и нужно будет прорисовать детали лица. Нарисуем плавным изгибом пышную форму платья у Эльзы. Дорисовываем руки. Намечаем волосы. Прорисовываем шикарную косу. Намечаем детали лица, брови, глаза, нос и рот. Рисуем детали платья. Бальное платье будет без рукавов и шлейк. Линии отделим вверх от юбки. Дорисуйте волнистый подол платья и складки на нем. Убираем все ненужные нам линии и можно раскрасить Эльзу. Начнем с лица. Вымешиваем коричневую с оранжевой краской. Светлым оттенком закрашиваем лицо и тело. Оттенком того же коричневого и оранжевого рисуем тени. Розовым рисуем щечки. Коричневое с черным понадобится для бровей. Закрасим зрачки, ресницы черным. Розовым закрашиваем губки. Волос нам понадобится коричневый с желтым, смешиваем, в этот же оттенок добавляем черного и прорисовываем локоны. Теперь приступим к раскрашиванию платья. Розовым закрасим верхнюю часть платья. Голубым закрасим низ. Thank you.
ярче прорисуем складки на платье. Дорисовываем розовым пояс и перчатки. Голубым оттенком нарисуем складки на верхней части платья. От пояса перекрываем темно-синим цветом, не доходя до конца юбки. Темно-розовым прорисовываем верхнюю часть платья. Рисуем тоненькой кистью темно-синие точечки по всей длине юбки, имитируя нить люрекс. Мелкими точечками рисуем блестки. Надеюсь, вам понравилось видео и оно было для вас полезным. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!